Сегодня дикая температура, целых минус 4 градуса. Какой-то сногсшибательный после буквально неделю назад 40 градусов мороз. И вот сейчас минус 4, перепад. Короче, вообще весна. Ну, на 23 обычно теплеет, но не так резко, как сейчас. Что-то аномальное, в общем. Вот солнце такое, что захотелось снять сюжетец. Тут по-прежнему отмывалово, по-прежнему свинарник. Не хватает собачьих упряжек только, бля. Количество стукнутых превышает все разумные ПДК. Вот, выворотили весь берег, не до конца еще здесь стоит. Тщательно. Видимо, бабло кончилось или что-то еще. Как-то так. Все через жопу путинизма. Даже ломают, и то наполовину. Сплошное недодельство, сплошное разворовывание. Здесь тоже шумел камыш, шли интенсивные работы, херак, все исчезло. Все, бабло распилено, все исчезло, шлите еще. Сколько-то, с десяток миллионов списали. Вот дырка такая прикольная. Как бы, ну, что там, мега-котлован какой-то. Пойду посмотрю, я еще не был там. Просто потом все это зальет. Вот из свинарник сделали из парка, да. То есть вот какой-то вырыли мега котлован. Тут вот нахеровертили непонятных, абсолютно бессмысленных. Абсолютно никак конструкция даже линейно. Вон она, неровная. Вот нахерачили. Все. Ну вот это все вот называется как бы отмывалово. Такое явное. Под видом развития Дальнего Востока. Вот. Куда лапчонки не сунут, территория опережающего развития. То есть вместо того, чтобы во дворах нормально что-то сделать, там расхерачены дороги, там все перекопано, опять отсутствует асфальт. Ну, по центральным улицам даже асфальта нет нормально уже. На Мира сплошные латки. Мира сплошная латка одна. Здесь вот. Причем ломая парк, деревья, похрен абсолютно. Выкопать вот этот вот безумный, бессмысленный котлован, который сейчас весна, пойдет таять снег, и все это ухнется, ёкнется, осыпется, блядь, замоется, превратится в жижу. То есть сюр, короче. Ну, зато бабло списано. Кто в этой жиже будет искать эти там 20, 30, 40, 50 миллионов? Никто. Все, как бы денежки уплывут, компания исчезнет, которая это все рыла. Видите, следов уже никаких, ни вагончиков, ни техники, ничего нет. А как кипело, да, когда я снимал более ранние сюжеты. Вот и вся путираж. При этом они его тоже бросили, то есть если дети тут будут гулять, упадут, то как бы, ну, виноваты будут дети, конечно. А не те мудаки, которые вот это все сделали. Ни огородок, ничего. Так что, даже не знаю. Цель вот этого всего вообще не ясна. Может, хотят заложить мне фугасы, боезаряд какой-нибудь, и покончить с этим городом. Ну, в бошку может всякое прийти. Что еще ожидать-то? Ожидать можно всякого. Я уже так, сарказм переходит. Как у Швейка, все границы, бля. Ладно. Вот изгадили, в общем, хороший парк. Всего за каких-то полгода. И украли кучу денег.